не прошли. Вообще в длину полностью от входа до конечной стенки, которую мы с вами увидим чуть позже, где-то порядка 450-500 метров, не более того. То есть прошли мы с вами где-то 350 таких уже конкретных. Ну а в целом попали мы с вами в подземную пещеру, как вы видите, или по большому счету шахту. Шахту, которая возникла здесь достаточно банально. Это бывшая шахта по добыче гипса, а сейчас просто туристический объект. Знали ли вы о ней или не знали, слышали вы или не слышали, это Зейгротте, которая находится в Хинтербрюле, так или иначе. Но возникла шахта достаточно банально. Середина 19 века, 1848 год. В пещерах находится самое крупное подземное озеро, но на самом деле здесь находится крупное, находится чуть дальше, мы с вами его увидим чуть позже, а пока что видим маленькое, здесь два подземных озера. Но сколько мы шли, еще что интересно, что еще один есть момент, связанный со съемками этого фильма, мы увидим его немножко дальше. Площадь этого озера составляет по поверхности воды 6200 квадратных метров. Которая вот именно на стене. До этого уровня поднимается на сегодняшний день иногда вода. То есть уровень воды, по которому мы с вами живем, здесь поддерживается искусственно. Я вам говорил, что здесь была речка. Я вам покажу потом, где это все прорвало. Залило эти пещеры, но тем не менее на сегодняшний день доступа прямого речки нет. Тем не менее озеро питается 7 подземными источниками воды, которые поставляют сюда воду, и из-за этого есть возможность плыть на лодке. Выше этого уровня не дают подниматься просто-напросто искусственно. Сейчас и как только потухнет, обратите внимание, нет такого ощущения у вас, что вы каким-то сокровищем, за какими-то сокровищами Аладдина или где-то подземному царству. Впереди лодка, кажется, сейчас покатится вниз, отражение в воде. То есть подсветка идет только в верхней части, нижней только тут. Оказалось, что несмотря на то, что на поверхности лето, осень, зима или весна, внутри шахты температура стабильная, неизменная, плюс 9 градусов. Она, собственно говоря, по сегодняшний день ничего не поменялась, она такая и есть. То есть внутри здесь плюс 9. Но когда стали уходить боковые выработки, боковые шахты, боковые стволы, обнаружили в одном месте, что термометр поднимается до плюс 12. Естественно, что сразу оборудовали место для приема пищи и отдыха. Вы видите шахтер, видите стол, это как раз вот самое теплое место в шахте. Плюс 12,2. И вот они переделали, тут было видно свет, то есть мощность света, которую давала на тот момент, что середина 19 века могла нам, чем могла нам посветить. Керосиновая лампа, факел или свечи. Никаких других источников света на тот момент просто не было. Если учесть, что гипс, сыпучий материал при вот этой вот сыпи, или скажем, когда обвалился какой-то кусок и поднялась пыль, при том свете, который вот буквально дает лампочка, видите, впереди, ну, видимость практически была. То есть условия работы и видимость, и все остальное, это было достаточно тяжело.